Решил заказать себе бургер. Знаете, такие есть красивые, с листьями салата. Чисто капуста. Можно приготовить туда. Мясо уже закинули, и все. Фредерико. Класс, да? Ну, увы, кто-то идет в эконом, кто-то остается здесь. Так, где мое местечко? Вот оно, оно. Конечно. Вот это нас встречают на вилле. На, по моему лицу. Так, офигеть. Hello. Класс. Очень красиво, так уютно. И вот она, красота! Боже мой! Офигеть! Я такая счастливая, боже! Честно, вилла топ. Вилла прям ёбнутая, очень красивая. Как еще описать? Офигеть! Итак, у нас теперь идет распределение комнат. Мы выбрали для себя вот такую. Дальше здесь у нас гардероб и вот такая ванная комната. Там еще душ. Вот, идем дальше. Здесь очень много комнат. Вот комната. Здесь Танюша с Ромой будет. Танюша с Ромочкой. Я Танюша. С балкончиком. Такая красота. За детей на самом деле можете не переживать, потому что я установила камеру. Я сейчас вот наблюдаю, что они там делают, как у них все происходит. Давид уже взрослый, в принципе, с Аланом справится, поэтому не вижу повода какого-то переживать. Ну, оставила детей на неделю, поехала тусить, и что? По-моему, старший ребенок для этого и существует, чтобы присматривать за младшим. Логично. Я сейчас приехала резервировать стол в какое-то заведение, мы здесь ни разу не были. И на нашу толпу нам предоставили вот такой вот огромный стол. Тут тусовочка будет.